Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. Особо приветствую из-за подписчиков своего канала на YouTube. Потому что целевой аудиторией моих эзотерических видеороликов являются брахманы, то бишь представители четвертой касты. Потому что только четвертая каста способна понять глубинный смысл моих видеороликов эзотерического направления. Мы продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики, чтобы более полно понимать процессы, происходящие на тонких планах. И есть такой термин ананда. Ананда – это чистая радость, наслаждение и удовольствие, которые никак не запятнаны представлениями о материи. Ананда подразумевает блаженство и счастье, которые человек переживает, сознательно выходя за пределы своего тела. Это экстаз полной свободы, который нисходит на каждого, кто хотя бы на время оставляет свой земной прах и выходит в бесконечное пространство. Вот такое определение есть в восточной эзотерике о термине ананда. И, естественно, этот термин нам нужно знать и хоть как-то понимать. На этом до свидания, до новых встреч.